Всем привет! Наконец-то к нам пришла зима, но видите, какая ситуация. Сегодня мы добазарились, чтобы прокатиться с 3,5. Ну, а погода не дает. То есть в чем смысл ходом только ехать? Есть возможность с места 3,5 постоянно буксует. Вообще, ну, мне кажется, она даже проиграет моей до 100. Но мне не это важно. Я, конечно, понимаю, какой там будет исход. Я думаю, вы все понимаете. Но мне самому интересно. Что? Какая вообще разница на трассе в отрыве? Вот. Это самое основное. То, что я хочу узнать в этом заезде. Так что сейчас мы поедем. Это будет, кто не знает, у меня Камри 2010 года выпуска. Сороковка, рестайл. 2,4, 167 лошадиных сил на автомате. Против нас поедет Камри в 40-м кузове до рестайл 8-го года выпуска. 3,5 на автомате, 277 лошадиных сил. Так что всем приятного просмотра, смотрим. Ну что, друзья, я думаю, вы все увидели. Честно сказать, от динамики 3,5 в сравнении с 2,4 я хуй. Она просто теряет ее без шансов. Вообще без шансов. Хотя моя, я хочу сказать, не хуже всех из 2,4 едет. Она едет на равной с динамикой новой Камрюхи с мотором 2,5. Понимаете? Сколько раз вставал, но 3,5 это демон. Просто она ее не чувствует. Такое ощущение, что она, знаете, вышла на обгон, а я не нажимал. Хотя тапка в пол. Да, типа, можно сделать такой отмаз. У нас два человека в салоне было в моей Тойоте. Но, мне кажется, в 3,5 10 человек посади, а она все равно едет. Она дурная, потому что объем, его ничем не заменить. Так что я теперь хотел сказать в итоге. У меня еще до этого видео я хотел записать такое небольшое видео, то есть пришла мысль в голову продать свою тачку, Камрюху. Дело не в том, что хочу избавиться, просто хочется взять себе Камри 3,5, но 3,5 в 50-м кузове, либо Тиану 3,5 того же года, там 12-й, по-моему, там 11-й, 12-й, 13-й год в этом диапазоне, но она на вариаторе, вот в чем вопрос. Либо свапнуть свою. Вот такая вот ситуация. Вот мне очень важно услышать ваше мнение. Так как видео пилим для вас, очень важно, что вы скажете. Так что вот у меня три варианта. Либо взять 3,5 в 50-м кузове, продать свою опять, взять Тиану 3,5, тоже 249 лошадей. Либо на свою тачку установить 3,5. Но это, скорее всего, будет ближе к весне, если ее продавать, ее не буду. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, либо в описании страничка моя ВКонтакте, то есть добавляйтесь туда в друзья и пишите свои предложения. Мне очень важно знать ваше мнение. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.